Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Ну что, дорогие друзья, у нас продолжает держаться лето. И мы с Олегом Викторовичем, чтобы не терять эти дни, решили поехать еще раз понырять, ну, за блеснами, но уже в новое место. Есть что сказать, Олег Викторович? Ну да, лето-то короткое, уже 4 дня, поэтому надо пользоваться моментом. Вчера я съездил в Урагубу, вот. Ну, это уже было поздно вечером. Вот, приехал понырять. Мне, честно говоря, приятно удивила вода. Прозрачность была очень изумительная. Просто метров 30-40, наверное. Ну, я не знаю, сколько. Ну, 20 точно было. Да, то есть, как бы, очень шикарно поплавал. Вот, камбала, правда, немного было. Ну, и, в принципе, не самоцель камбала. Вот, ну, оторвался именно. Жаль, камеры, конечно, не было поснимать. Вот, попал в прилив уже, вода шла. Вот. Давно не нырял именно в заливе, ну так, относительно давно. Вот. После речки, потому что несколько раз речка, в тот раз залив. И тут я понял, что у меня перчатки рваные, что я сразу прочувствовал, что вода оказывается прохладная такая в заливе, то есть как бы все. Ну а сегодня опять речка, поэтому... Холода, поэтому все стандартное, рваное. Все стандартное, рваное, можно, да, как бы нормально. Сегодня мы будем нырять в новом месте, сейчас выйдем, я вам его покажу. Ну все, идем? Пошли. Ну что, нырять мы сегодня будем вот здесь. Такое место интересное. Сейчас, надеюсь, никому не помешаем, рыбакам. По идее, здесь запрещено рыбачить.
Ну как, Олег Викторович? Все ничего, но тяжелый груз. Крючки там? Да, тут эти браконьерские, тройники. Но они свинцовые, тяжелые. Вот, а у меня отрицательная плавучесть уже получилась. Ладно, пойдем. Пойдем, еще вам все собрать надо. Дорогие друзья, вот и закончилась наша сегодняшняя подводная охота. Мне она понравилась. Я, честно скажу, по добыче она не очень. Ну, смотря чего. Вот. Блесен мы набрали. Вот. Это находки Олега Викторовича. Вот такие, Олег Викторович, поближе чуть-чуть. Вот. Вот это находочки Олега Викторовича. Вот. Ну, вот здесь одна блесна более-менее. Ну, тоже вот так еще. Средненько. А вот мои находочки. Плавающий воблер. Пару кастмастеров. Тоже хорошая блесенка. Обитая, правда. Вот блесна хорошая. Это Прохоровка. Вот. Вот тоже Прохоровка, я так понимаю. И вот блесенка. Вот. Но самое главное, мы нашли, сняли 31 тройник. 31 штука. Но это мы еще не все забрали, потому что где-то еще видели, где-то уже не доставали, потому что Олег Викторович, когда обратно переплывал, чуть не утоп с ними. Вот. Вот эта штука ловит семгу. Забрасывают, я не знаю, как они, в очках, не в очках стоят. Вот. И багрят семгу. Что я сегодня видел? Я сегодня видел семгу. Я вот честно говорю, не знаю, получилось, не получилось. Буду надеяться, что получилось. Она прям опять приплыла ко мне, но это уже другая. Постояла, покрутилась и ушла. Ладно, дорогие друзья, передаем слово Олегу Викторовичу. Ну что, сегодняшняя нырялка мне понравилась. Вот. Я не называю это подводной охотой, это нырялка. Вот. Прошлись по новым местам. Вот. В принципе... Интересно всегда изучать какие-то новые места. Блесен, конечно, немного. Ну и не суть, даже не в этом, то, что суть. Продышался хорошо, пронырялся, то есть как бы получил удовольствие. Поэтому день прошел хорошо. Так что давайте, дерзайте, увлекайтесь, ныряйте, рыбачите. До встречи. Ну а куда в следующий раз мы, друзья, с вами отправимся, я не знаю, честно говоря. Но будем надеяться, что... На удачную, хорошую рыбалку. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока.